Так, всем привет, с вами снова я, НДВ-ТВ. Так, у меня вот сегодня неприятная ситуация возникла с игрой Elden Ring. Но, к сожалению, перепроходить я не буду. Спасибо, кстати, кто фоловился ко мне на YouTube все это время. Я там уже выложил больше 40 роликов по этой игре. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Вот такая ситуация, что я стримил где-то 9,5 часов. У меня игра просто вылетела. Ну, просто вот прям на стриме вылетело. На Ютубе это будет часть 9. Я прошел многих боссов, убил трех драконов очень сильных. И, вы знаете, трех, и самое страшное, я убил очень сложных трех NPC возле горшка. Там 7-8 видео я еще выложу боссов, которых я убивал. Вот, я вылетел, и мне предлагают, у меня был 81 уровень, кажется, на момент вылета, 81 уровень персонажа. Я убил еще дракона вот этот, который там, за которого давали 75 тысяч, потом убил дерево, за которое дали 90 тысяч. Я обязательно это выложу в видео. Ну, вот потеряла 20 уровней, к сожалению. И вот, смотрите, у меня здесь показано, что я играл 70 часов, да, 69,2. А здесь у меня показано, что я сыграл 54 часа. То есть вот столько я потерял, получается. 15 часов. Это даже не сегодняшний стрим, это вчерашний стрим. Вот так вот. И со Steam Cloud она ничего не дала, потому что Steam Cloud, оказывается, как только ты игру закрываешь, она автоматически перезаписывается, файл там. То есть получается, я не знаю, как это произошло, ну, как это работает. Я написал в службу поддержки, но вы знаете, после того, ну и честно обидно, после такого я вот у них больше игры покупать не буду. Я, конечно, мог скачать пиратскую версию. Но я понимаю, что такое физический и умственный труд, и я знаю, что такое создать игру. Эту игру, конечно, мне очень понравилось. Есть, конечно, свои подводные камни, но тем не менее, невзирая на это, я дал бы этой игре 10 из 10. Но вот этот баг, при котором вылетает игра, причем вылетает, если вы долго играете в нее. То есть многие, это не только у меня, я видел еще очень популярных стримеров, которых вылетали и по 8, по 10 часов стрима просто игра терялась. Вот. И да, чтобы этого не происходило, нужно просто каждый там, ну, 7-8 часов поиграли, вышли из игры и перезапустили. Иначе вот такой баг произойдет и весь день пустую, особенно вот как у меня, я вот убил трех драконов, я убил сложное дерево убил, за него 90 тысяч дали, и я убил трех NPC возле горшка, ну кто знает, такой здоровый горшок, к нему надо подойти поговорить, там три жестких NPC будут, я с ними ковырялся больше часа. И вы знаете, перепрохаживать этот момент больше нет смысла. Ну, вообще, вот у меня 70 часов, да, эта игра, я видел еще больше задротов. Вот игра вышла сегодня 4 вот марта, да, 6 утра. Игра вышла 25 числа. Я видел, уже люди прошли эту игру, всех боссов убили. В этой игре 50 боссов. Я убил, вот если взять текстовый документ, я убил 43. В игре, ну, оставалось 7 боссов у меня. У меня вот 7 боссов у меня оставалось. Вот сколько боссов я убил. Ну, там оставалось чуть-чуть. И то я здесь не записал их, не всех записал. Те, которых я сегодня со стрима, даже не 7 боссов, один или два босса у меня осталось. Потому что все со стрима, который сегодня шел у меня 9 часов, я еще тех боссов, которых убил, я в блокнот не записал.
Это то, что записано в блокноте, это то, что я убил и то, что я выложил на YouTube. Вот, оставалось у меня там чуть-чуть. Ну, знаете, и самое сложное, не первые там 7-8 дней, которые я играл, а вот именно сегодня самый сложный день был. Вот. Так что вот такие вот дела, ребят, кто будет сталкиваться с такой проблемой в этой игре, знаете, что я вот моя рекомендация вам, не играйте больше 7-8 часов. То есть, если у вас есть шанс, что вы потеряете сейв. И Steam Cloud вам ничего не поможет. Так что вот такие вот дела.